Курвалтаб Екстра – потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Здравствуйте. Вы кому? К Жанне. Я Соня. Вы не помните меня? Но я была свидетельницей на свадьбе у Гриши и Жанны. А муж мой, Олег, он был свидетелем. Но, правда, мы тогда еще не были женаты. И что? Я к Жанне. Дома она? Нет, они уехали за границу отдыхать. А мобильный у нее почему-то не зоня доступа. Она что, сим-карту сменила? Нет, не сменила. Она просто заблокировала вас. А может, не хочет разговаривать? Извините. До свидания. До свидания. Привет, любимый. Садись обедать, я тебе паровые котлетки сделала. Спасибо, я не голоден. Ну ты же мне обещал не кушать в ресторане, там же все вредно. У тебя язва. Это что, лечебный чай твой? Травяной, лечебный. У тебя что, был приступ? Тебе стало хуже? Да, мне сегодня было нехорошо. И у меня был приступ. А что случилось? Может быть, ты мне расскажешь? Да я не знаю, в чем я провинилась. То есть ты еще спрашиваешь, да? Ты зачем к Жанне ходила? Послушай, ну я же не могу просто так взять и Жанну выбросить из головы. Ее свекровь сказала, что она с мужем уехала, но я не верю. Возможно, Жанна в психбольнице, а они не говорят. Возможно, ее арестовали. Как ты узнал, что я ходила к ней? Я поставил на твой телефон геолокацию. И теперь я всегда знаю, где ты. Ты следишь за мной? Зачем? Потому что ты непутевая, эмоционально неустойчивая и безответственная. Но это неправда. Мама твоя права. За тобой нужен глаз да глаз. Это моя мама сказала. Слушай, Соня, послушай. Не спорь, правда? Правда, мне было сегодня очень плохо, потому что ты говоришь одно, делаешь другое. Хорошо, хорошо. Я больше не буду встречаться с Жанной. Но следить за мной – это унизительно. Дело не в этом, кому ты ходила. К Жанне, к Вере, к Тане. Важно, что ты мне врешь. Понимаешь, ты обманываешь за спиной меня. Ты куда пошла? Вернись, я не договорил! А ты что здесь делаешь? Мама! О, тетя Аня, сколько лет, сколько зим не виделись. Да лучше бы вообще не виделись. Слушай, входишь в квартиру как в свою. И разрешения не спрашиваешь. А вы у кого спросили разрешение? А я свекровь. Считай, что вторая мать. А ты кто? Ты вообще никто. Ладно, давайте опустим риторику. Где Жанна? А это не твое дело. Ошибаетесь, мое это дело. Где Жанна? Жанна! Какой ты наглый. Какой ты наглый. Ты что? Как был бандитом, так и остался. Воспитание Георгия вообще никак не помогло. Царство ему небесное. Вы же прекрасно понимаете, я не уйду, пока своего не добьюсь. Жанна где? Так, тихо, Жанна на работе. А вечером она со своим мужем едет ко мне в деревню. Вообще, Жанна беременна. А? Как? Вот так. А в деревне воздух свежий. Продукты хорошие. А ей сейчас нужно особые условия. Понимаешь, чтобы не потерять второго ребенка. И вообще, не ходи ты сюда больше, а? Не ходи, ну что ты, оставь семью в покой. Жанна замужем, понимаешь, замужем. Один раз влез уже, да, развел ее с Владом. И что, ребенок без отца растет? Ну, на этот раз у тебя не получится. Давай, давай, иди отсюда. Телефон ей передайте, я обещал. Какой телефон? У нее муж есть. Все, что нужно, он ей купит. Давай. А? Слышал?
как надо. Учись. Жанночка, доченька, ну, как ты? О, мы тебе столько продуктов принесли. Гриша, разгружай. О, и, а я тебе пирожков вот напекла с вареньем. Спасибо, но мне нельзя сейчас есть. Да как же так? Тебе сил надо набираться. Да, а ты втихаря. Ты знаешь, вот сало, оно от всех болезней помогает. Да? Да, вот оно. Спасибо, но ничего не нужно. Ой, мы так переживали с Гришей, с тебя. А у тебя теперь вторая жизнь началась. Это же Гришенька тебя спас. Да, герой? Да. Поправляйся, я пойду. Ну, поворкуйте. Яблочко будешь? Нет. А мандаринку почистить? Или помидорки домашние? Гриш, спасибо, что спас меня. Не надо здесь сидеть, иди домой. А куда? На квартиру, да? Будем жить, как раньше, да? Мы будем жить, как раньше, да? Я обещаю, Зинки не будет. Гриш, я плохо себя чувствую. Иди, иди домой. Гришка, привет. Ну что, ты вернулся уже, да? Все, Жанка окочурилась? Нам лучше больше не видеться. Я не поняла, я что-то, значит, все сделала. Кинуть меня решил? Ты что, решил всю квартиру забрать себе? Жанна не умерла. Мы с мамой ее спасли. Это, как это вообще? Мы тебя, дуру, спасли от тюрьмы. Так что не приходи сюда больше, поняла? Я тебе сказала стоять. Легко у тебя все получается, слушай. А что? А что? Я, значит, старалась и все коту под хвост? Это все из-за тебя, слизняк. Слушай меня сюда, милый мой. Если начнется расследование, я в полиции скажу, что это ты жену отравил. Понял меня? Ну, я выбросила мусор. Я же не знала, что я в йогурте. Приехала не убрана, вот прибралась. Что с вами? Это мой сын Гриша. У него жена в больнице, переживает. Как там Жанна? Плохо. Ну, я же говорила. Ну, до свидания. До свидания. С обыском приходили, но ничего не нашли. А еще один пошел соседей опрашивать. Соседи видели, как я уезжал. Собираются заводить уголовное дело. Надо молить Бога. Тебя не арестовали. За что? Хорошо, уже она выжила. Но если они до всего докопаются, можно отделаться условным сроком. Не-не-не, извините, я раньше, чем через час, не смогу. Да. Ага. Да, все, все доброго. Антон, а? Тебе Жан звонила? Нет, а тебе? Мне тоже не звонила. Слушай, можешь к ней съездить? Взять ее новый номер, ей муж должен был телефон купить, а то мы совсем без связи. Хорошо. Так, куда же он подевался-то, а? Что ищешь? Да документ один меня инженер ждет. Так, а ты съезди, пожалуйста, к Жене пока, ладно? Ну, разузнай, все ли у нее в порядке. Да. Свекровь ее сказала, что она вроде как беременна, и они собираются в деревню переезжать. В общем, разузнай все. Я тебя понял. Уже поехал. Угу, спасибо. Так, берем
Здрасте. А Жанна дома? Мама, а рыбу уже не можно? А Жанна дома она нет. Она после отравления на строгой диете. А вы кто? А я ее адвокат. А нам не нужен адвокат. Мы другого наняли. До свидания. Антон. Марк, Жанна в больнице. Ее пытались отравить. Она не беременна, Горбунова врет. Какой больнице? Ясно. А котлетки домашние? Да зачем мне опять еды принесли? Я на диете. И мне такое нельзя. Заберите это обратно. Ну, Жанна, мы же от чистого сердца. Спасибо, но мне это нельзя, выкидывать жалко. Ну, Гриша, ну котлетки забирай, а фрукты и сок мы оставим, хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Жанна Ларионова? Да. Следователь Кошкин. Ну, мы пойдем, не будем мешать. До свидания, поправляйся. До свидания. У меня к вам несколько вопросов по поводу отравления. Да. Когда вы купили йогурт, которым отравились? За день до того, как отравилась. В этот день к вам кто-то заходил? Нет. Гриша, мой муж, был в деревне, а больше некому было заходить. Подруги, соседки. Как думаете, кто мог желать вам смерти? Есть у вас враги? Я даже думать о таком не хочу. Ну, враги. Ну, Зина, любовница мужа, себя вела очень некрасиво. Но чтобы отравить... Здрасте. Жанна, ты почему мне сразу же не сообщила, а? Марк, тебя отравили, да? Марк, все хорошо. Следователь Кошкина, веду это дело. Вы кто? Можно документы ваши? А, да, конечно. Я близкий друг. Я, кстати, знаю, кто мог это сделать. Либо Гриш со своей любовницей, либо Горбунова. Они вечно врут или что-то скрывают. Вы их получше проверьте. Мы всех проверим. До свидания. До свидания. До свидания. Марк, ну что ты такое говоришь? Ты же знаешь тетю Аню и Гришу с детства. Ну зачем меня травить? Я не знаю, из-за квартиры, может быть, или еще что-то. Если в твоем мире бизнеса убивать ради денег – это норма, то не равняй всех по себе. Тетя Аня и Гриша вообще-то меня спасли. Да, конечно. Телефон, который я тебе обещал. Если тебе что-то будет нужно, звони в любое время. Поздравляю. До свидания. До свидания. Прости. Алло, Вадим, а мой муж в ресторане на работе? Он вроде как бы в первую смену был. Давно ушел? Да нет, ничего.
Спасибо. Пока. Мужик, ты уже целый вечер здесь сидишь и вон минералочку целишь. Ты шпион? Почему шпион? Ну, в бар приходит напиваться. А ты вон водичку целишь. Следишь за кем-то? Язва у меня, поэтому вот ничего кроме минералочки нельзя. Язвенники по барам не ходят. Мне идти некуда. А жену наказать надо. Вменила тебе? Не, это первая у меня была шлюха. Ненавижу шлюх. Развелся? Я ее убил. Шутка. Мама, Олег пропал. С ним что-то случилось. Уже 3 часа ночи, его нету дома. Да у него телефон без зоны доступа, мам. Соня, перестань плакать. Тебе нельзя волноваться. Если до утра не появится, пойдем в полицию. А пока постарайся успокоиться. Думай о ребенке, тебе волноваться нельзя. Ой, хорошо. Вторая не изменяет? А что ж тогда наказывать? Ну, на всякий случай. Чтоб тоже шлюхой не стало. Мудро. Слышь, приятель, мне твоя помощь нужна. Есть одно маленькое дельце. Что с ним? На улице нашел его. Без сознания лежал. Надо было сразу скорую вызывать. Не надо. Скорую, все. Мне уже лучше приступ прошел. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Олег, давай все-таки скорую вызовем. Я же говорю, не надо скорую. Зачем их напрасно тревожить? Не дай бог, кто-нибудь умирает. Все нормально. Но ты же тоже всю ночь на улице лежал без сознания. Солнышко, это был приступ язвы от нервов. Най, ну правда, ты меня очень огорчаешь, когда что-то делаешь без моего ведома скрытно. Прости меня, пожалуйста. Это я во всем виновата. Прости меня. Прости. Не плачь, пожалуйста, не плачь. Конечно же, я тебя простил. Я же люблю тебя. Ладно. Надо это... Поспать хоть немного, то скоро уже расцветет. Хорошо. Ой. Сонечка. Что случилось, родная? Вызывай скорую. А где болит? Мне живот тянет. Ну ты же беременная, а? Чего ж ты себя не бережешь? Небось, опять тяжелых сумок натаскалась. Алло, скорая? Приезжайте скорее. Thank you.
Да, и вам нельзя нервничать ни в коем случае. Я понимаю. За мужа перенервничала. Может, вам на сохранение лечь? Нет. Я лучше дома. Солнышко, ну вот я тебе всегда говорил, тебе нельзя нервничать. Вы знаете, она у меня любит еще сумки тяжеленные потаскать. Вот и результат. Послушайте, вам нужно обязательно обратиться к вашему гинекологу. У вас может быть угроза выкидыша. Марк, ты прочитал договор с ОВЭК? Да вот, читаю как раз. Смотри, нужно будет изменить пункт 5.3.5.4 и сроки сдачи. Если бы можно было что-то поменять, я бы уже давным-давно это сделал. Это финальный вариант договора. А почему не получилось договориться? Понимаешь, в японском языке есть такой термин. Шиката ганай. Так. Что означает, с этим ничего не поделаешь. Антон, если ты будешь блистать со мной японским языком, то тебе рано или поздно придется сделать харакири. Во-первых, это не смешно. Во-вторых, если бы можно на самом деле было что-то исправить, я бы давно это сделал. Но ИВЭК – это шиката ганай. Ладно, я сам попробую с ним договориться. У меня к тебе просьба. Можешь съездить в Пономаревку? В Пономаревку? Да. Это станция возле деревни, где пропал ребенок Жанны. Меня все-таки не отпускает мысль, что Горбунова как-то к этому причастна. Возможно, она спасла ребенка из пожара, но домой не отвозила. А куда она его дела? Ну, откуда же я знаю? Следователи, они проверили алиби Гриши и Горбуновой. Угу. Вот, волонтеры прочесали все, что только можно. Искали трехмесячного ребенка, кореглазого в белом комбинезоне. Ну, я не знаю, никаких зацепок не нашли. И что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе съездить в Пономаревку, показать всем фотографию Горбуновой. Если кто-то ее узнает, значит, ее алиби летит чертям собачьим. То есть ты предлагаешь мне, дипломированному юристу, поехать в эту твою Пономаревку, стоять там и всем показывать фотографию твоей тети Ани? Ну, во-первых, она не моя тетя. Во-вторых, дипломированный юрист, ты правильно меня понял? Сейчас я скину тебе ее фотографию. Не-не-не, не надо. Отправь лучше фотографию своей секретарше, пускай она поедет. Или этот твой молодой менеджер Квася, пускай он этим занимается. А я вот сейчас пытаюсь тогда, исправить договорчик. Либо сам съезди. Ты знаешь, съезди сам, да, это лучше. Лучшая идея, потому что тебе нужен свежий воздух. Полезно будет. Ты как раз постоишь там, фотографии покажешь. А я договор поделаю, хорошо? Пункты 5.3, 5.4 и сроки сдачи. Да, помню. Аригато, Антон. Хорошо. Будете ложиться на сохранение? Что, все так плохо? Вам нужна очень спокойная обстановка. У меня дома очень спокойно и хорошо. Вы уверены? Конечно. Конечно, у меня очень заботливый муж, и я лучше останусь дома. Ну, хорошо. Берегите себя. Угу. Выпишем вам седативные и гормональные. Хорошо. Берегите себя. Спасибо. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, посмотрите внимательно. Вот вы вот эту женщину не видели случайно? Вот. Сейчас я найду где-то. Нет, не видели? Не знаете? Ну, внимательно посмотрите, может, где-то здесь? Нет? Ну, спасибо. Лакалут Екстрасенситив – надійний захист від болю, якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є. Зубна паста Лакалут Екстрасенситив усуває на чутливість зубів, закриваючи зубні канальця та захищає від болю. Нічого не забула? Вроді все. А епікріз? Рекомендації врача? А, зараз. Здесь документ. Давай.
Не забывай, это очень важно. Какой у вас муж заботливый. Не, не поднимай. Я сам. Тебе нельзя. До свидания. До свидания. До свидания. Жена, переодевайся и за стол. Будем пировать, отвечать твое чудесное спасение. У тебя теперь второй день рождения и новая жизнь. Давай. Я твой телефон под кроватью нашел. Его там не было, я несколько раз смотрела. Да он мне больше не нужен. У меня теперь другой есть. И праздничного обеда мне не надо. И новой жизни у нас с тобой не будет. Ты зачем из деревни приехал? Тебя мать заставила со мной помириться. Зина тебя заставляет одно, мать другое. А сам-то ты чего хочешь, Гриша? Не будет у нас с тобой семьи. Никогда не было. Уходи. Марк, привет, это Жанна. Я хотела извиниться за дерзость. А меня уже выписали из больницы. Все хорошо, спасибо. У меня к тебе одна просьба. Ты можешь отвезти меня на пепелище? Да, я хочу смотреть там все. Может быть, найду хотя бы какую-то зацепку. Хотя бы какой-то след моего малыша. Я не могу больше сидеть и ждать. Не могу. Даже не знаю, что делать теперь. В деревню возвращаться. Жанна сказала, что никакой семьи у нас с ней не будет. Свинья неблагодарная. Ты ее спас, она тебя гонит. Когда жених бросил с ребенком, вот тогда нужен был. Ну, конечно. Одного ребенка растить тяжело. А тебе вот, пожалуйста. Нет, никуда мы не поедем. Ты муж. Пока не разведешься и не выпишешься, никуда не поедем. И точка. Вообще, я ее закажу. Не понял. Зачем мы ее тогда спасали? Да это мы твою дурную голову спасали. Если бы она умерла, знаешь, менты бы здесь как рыли, а в душу отравители. Ничего не можете, если бы Зинка мои таблетки не высыпала, которые я подменила. Уже квартира давно бы наша была. Нет, уезжать сейчас не годится. Да что? Как-то неприлично даже. Нельзя сдаваться. Знаешь, я пойду на рынок. Своих там поспрашиваю. С кем раньше работал, может быть, киллера найду. Привет. Ты почему не в парке? Я не хочу там больше сидеть с машинками. Ну. Их никто не берет, и холодно уже. А что ты делать собираешься? Жрать, спать и ногти красить? Еще по магазинам ходить.
Ты мне скажи, кто должен это оплачивать, а? Почему ты думаешь, что тебя кто-то должен обеспечивать? Объясни мне. Да потому что я женщина. И мое дело сидеть дома. Если ты женщина, да, то ты хотя бы научилась бы борщ варить. Где борщ, женщина моя? Почему в квартире не убрана женщина? А вот борщ варить я не умею. И ты это знаешь. Что ты умеешь? Расскажи. То же, что и ты. Что ты умеешь? Ты хочешь сказать, что я ничего не умею? Милая моя, я хожу, пытаюсь заработать эти деньги. Я тружусь. Слышь меня? Не надо меня сравнивать с собой. Я что-то делаю. Да, у меня, может быть, не получается, но я стараюсь. Понимаешь? Ну вот старайся дальше, а ко мне не лезь. Я не пойду больше в этот парк сидеть с машинками. Я беременна, я могу застудиться. Но если ты не хочешь в парк, то есть одно условие. Значит так. Мы берем кредит в залог этой квартиры. И я начинаю заниматься бизнесом. Нормально. И что, больше никаких машинок? Никаких машинок. Хорошо. У меня есть встречные условия. Я возьму кредит, если мы с тобой поженимся. Хорошо, я согласен. Согласен? И это все, что ты мне можешь сказать? А что ты хочешь услышать? Да, понятно. Что опять начинается? Не о таком предложении руки и сердца я мечтала. Если ты хочешь сделать мне предложение, сними ресторан и купи кольцо, как полагается. Кольцо? Естественно. Не вопрос. Договорились? Договорились. Влад, а ты куда? За кольцом. Ладно. А я тогда ресторан поищу. Привет. Привет. Готовы увидеть это ужасное место? Да. Поехали. Я с тобой. Как в детстве. Что? Ты всегда меня так за руку держал, когда мне страшно было. Даже не верится. Это все, что осталось от дачи моей прабабушки. Главное, что вы живы остались, ты и ребенок. Думай об этом, ладно? Не знаю, что мне делать. Где мне его искать? Думала, приеду сюда, и хоть какая-то ясность настанет. А стало только хуже. Никаких следов. Никаких подсказок.
сердце Мишкина. Зачем я привезла его в эту деревню? Пойдем. Захар Ильич. Радость. Вам больше не надо присматривать за нашим домом. Дом я не уберегла. И сына тоже. Ты только не плачь. Ты ни в чем не виновата. Это, знаешь, судьба такая. Знакомьтесь, это мой друг детства Марк. Захар Ильич. Захар Ильич. Очень приятно. Захар Ильич, вас следователь допрашивал, наверное? Ну да, и волонтеры. Их много было, стали так вот, как это в ряд, цепочкой, весь лес прочесали. А вы тот день вспоминали по просьбе следователя, да? Да, следователь спрашивал все. Все спрашивал, даже когда мы со старухой встали, и что делали, даже с кем разговаривали. Все спрашивал, он профессионал. Скажите, может быть, вы вспомнили что-то после того, как он уехал? Знаете, такое бывает иногда. Да, вспомнил. В ту ночь собака выла. Это, говорят, к покойнику. Прости, Господи. Еще к пожару. А машин незнакомых вы не видели в тот день? Нет. Ни машин, ни людей новых не видели. Да ты глянь. Столько домов пустых, все заросло. Да, да. Ну что? Спасибо вам, Захар Ильич. Да не за что. За Жанночка, все. Жанночка, не за что. Я же ничего-то и не рассказал вам, но и не вспомнил. Знаешь, ты, главное, держись и верь, что твой сын жив и обязательно найдет. Верь. Девочка моя, держись. Спасибо вам. Спасибо. Пойдем, пойдем. До свидания, Захар Ильич. Жалко, что из сельчан никто ничего не вспомнил. Но хоть не поверили, что это я от ребенка избавилась. Ну, я тоже не поверил. Спасибо. Ты, наверное, проголодалась. Извините, пожалуйста, а здесь есть какое-нибудь кафе, где можно перекусить? Кафе «Санстанция» закрыла. Здесь только вот, в торговке. А, спасибо большое. Ну, такое есть тебе не стоит, точно. Я на минуточку. О, слушай, это ж ты в прошлый раз фотографии тетки оставлял. Да, я. Мой сменщик ее узнал. Она ехала 24-го. В 12:20 высадилась на этой станции. Отлично. А есть контакт сменщика? Да. Записывай. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. И все. У меня есть идея. Поехали ко мне, посмотришь, как я живу, а Ирина Аркадьевна что-нибудь приготовит вкусненькое и диетическое для тебя. Ирина Аркадьевна, это твоя домработница? Это мама Марины, моей умершей жены. У меня больше никого нет, поэтому она живет со мной. Поехали. Ирина Аркадьевна, знакомьтесь, это Жанна. Очень приятно, Жанна. Ирина Аркадьевна. Приятно познакомиться. Да. Поухаживай. Давай. Спасибо. Проходите, чувствуйте сейчас себя как дома. Прошу. Моя дочь.
Марина. Жена Марка. Покойная. Но Марка ее очень любил. Он ее сейчас любит. Марк однолюб. По-моему, очень хорошо портрет отсюда виден, да? Да. Ладно, не скучайте, я оставлю вас ненадолго, мне на кухню пора. Может, вам помочь? Что вы гостья. Моя жена Марина. Красивая. Хочешь, тебе дом покажу? Да. А ты его купил, когда у Барковича работал? Да, после того, как женился. Да, Баркович тебя и правда ценил. И платил тебе хорошо. Да. Я у него проработал на управляющей должности 5 лет, а до этого в другой компании тоже 5 лет. Я знаю, ты всегда много работал. У тебя такой опыт в бизнесе. После смерти Марины я уволился из стройконтента. Купил акции разоряющейся фирмы, стал ее управляющим и кризис-менеджером. Так как я не видел смысла в своей жизни, я всецело погрузился в работу. И через несколько лет моя фирма стала ведущей преуспевающей компанией. Смотри, какие фотки получились. Ой, какие суперские. Смотри, какие мы красивые. Вообще все так романтично, да? Жаль, только мне их показать некому. Соне я не могу их послать. Но Жанке тем более. Так родне пошли или сестре? Ну да. Хоть перед ними похвастаюсь. Ты же без этого не можешь. Ну а что у меня в жизни есть, кроме этого? Живу в дыре, в бедности. Даже в нормальной спа не могу сходить. Ну, только это и остается. Так, за знакомство. Я очень рада. Я тоже. Ой. Просто блюдо невероятно вкусное. Очень простое. Рыба по-гречески. Потом поделюсь рецептиком. Спасибо. А то я кулинар не очень. У меня мама всегда простые блюда готовила. Ты знаешь, а я заметила, что вот самые простые, они самые вкусные. Да, Марк? Да. Причем твоя мама готовила очень вкусно. Ты просто тогда был голодным студентом. Точно. Ну, и мама для тебя, конечно, особенно старалась. Подождите. Вы что, давно знакомы? Ну, больше 20 лет, наверное, уже. Марк пришел к нам в школу, когда ему было 14. И он стал сразу самым любимым учеником моего папы. Папа всегда говорил, что Марк очень умный и талантливый мальчик. Ой, а когда его арестовали, у моего папы чуть инфаркт не случился. Он никак не мог поверить, что его любимчик может быть связан с криминальной группировкой. Я представляете? Пойду. Сок принесу. Конечно. Твой отец был очень хорошим, чутким человеком, да? Он был просто великолепным учителем. Mm-hmm. Вы знаете, сколько грамот? Сколько? Очень много. А Марк, он спас от колонии. В 90-х бандиты часто привлекали малолеток, у которых нет родителей, в свои группировки. Учили их воровать, драться, стрелять из оружия. А за это давали им деньги и кормили их. И вот Марк был в одной из таких группировок несколько лет. Пока мой папа его не вытащил оттуда и не перевоспитал. Никогда бы не подумала, что у Марка было такое детство. А Марк вам ничего не рассказывал о своей жизни? Ну, об этом он точно нам ничего не рассказывал. Всегда была уверена, что он из благополучной семьи. Я принес еще сок. Спасибо. Хотите? А что с вами?
Спасибо за ужин. Мне домой пора. Ты куда? Не провожай. Что случилось? Жанна! Жанна! Я тебя одну никуда не отпущу. А я с тобой никуда не поеду. Послушай, ты не понимаешь, здесь небезопасно. Рядом с поселком целый микрорайон, подсос, там ходит, бродит непонятно кто. А я поняла, почему ты всегда к нам приходил один, никогда не звал свою жену. Ты боялась, что мы расскажем о твоем прошлом? И мы из близких людей превратились в ненужных свидетелей, да? Хорошо, я признаю, это было малодушно с моей стороны. Ты уже тогда предал моего отца и обесценил все, что он для тебя сделал. А он, между прочим, относился к тебе как к сыну и даже хотел тебя усыновить. Постой. А жене ты сказал, что у тебя папа профессор, а мама балерина, да? Жан, подожди, подожди, давайте хотя бы такси вызову. Не надо, я сама вызову себе такси, ходить за мной не надо. Алло, такси? Алло? Эй, постой! Куда спешишь? Постой, постой, да, пиво погоди, попьем. Погоди, красавец, тут до метро далеко, с нами отдохнуть можно, а? Пусти! Я сейчас полицию вызову. Какую полицию? Сумку сюда давай. Отдай! Сумку, говорю, отдай, давай сюда. Отдай! Стоять! Отпусти! Пусти! Пусти! Опа! Да, на рот закрой! Бери сумку.